Привет, ребят, с вами я, блогер Герман, и сегодня мы будем снимать обзор на вот такую елку деревянную и на гирлянды из Ашана. Все хорошо изготовлено, все хорошо сделано, даже вот смотрите, видите, даже есть звезда специально. И вот такие гирлянды я купила в Ашане, они уже на елке. Вот у них дом, который работает от батареек 2А. 2А. И вот смотрите цену их. Серый, чтобы вы уже могли купить. Вот, смотрите, деревянная елка стоит. Деревянная елка стоит 100 рублей, а гирлянда стоит 200 рублей из Ашана. Я советую вам тоже купить такие при этих наборы. Но это не наборы, это отдельно я все купил. Сейчас я покажу коробку. Вот. Вот видите, да? Две штуки, два. Видите, 2А. Вот так они у нас сейчас висят. Здесь кто-то их повесил. Вот так они хорошо висят. У нас внутри еще дается специальная инструкция к ним. Вот сам плакат. Незаменяемые лампы. Вот на русском написано. Ну, вот такой плакат у нас на другой стороне пусто. Просто потому что не надо на другой уже стороне делать, потому что на другой стороне будет не видно хорошо. Сейчас мы положим обратно. Ну, давайте уж включим эту нашу звезду, елку. Вот смотрите, ребят, сейчас я приближу. Вот. Видите, этот блок, сейчас мы его включим. Сейчас мы выключим этот свет мой. Сейчас отодвинем. Теперь включаем. Ну, классно светится, смотрите. Новогоднее чудо. С другой стороны, все пусто. Но в этой стороне просто замечательно смотрится. Вон, видите, все хорошо. Это новогодний набор из Ашана, и еще у меня есть кое-что. Сейчас, подождите одну минуточку, пожалуйста, ребята, то мне быстренько, я сейчас бегаю за своими еще наборами и принесу из Питера. Вот, ребят, смотрите, есть у меня вот такая звезда на елку, золотая, из Пятерочки взял. Он блестяшки. Ну, такой классный, кстати, светится. Плохо. Вон, эти блеск, это я еще не замечал. Никогда в жизни это еще не замечал. Пахнет нормально. Еще есть на экземпляре.
Вот такая, ну, шапка. Такая шапка. Сейчас я покажу, как на мне смотрится шапка. Ну, как-то вот так смотрится. Я сейчас не знаю, как... Ну, нормально. Это тоже с пятерочки я взял. Очень хороший. Кстати, я вам тоже рекомендую взять эту шапочку. Ну что, ребята, будем на этом заканчивать. Новогоднее чудо у нас теперь есть. Можно даже, если у вас есть елка уже зеленая. Елка уже есть обычная. Тогда, значит, вы... Гирлянда уже у вас есть. Значит, вы уже готовы к Новому году. Да. И вас я тоже поздравляю с Новым годом. Ну, еще Новый год не так скоро. Ну, конечно, он уже скоро подходить будет к нам. Но было очень хорошо. Этот обзор вы должны смотреть. Смотрите его. Смотрите, какой экземпляр. О, елка. Шапка. И звезда. И гирлянды. Смотрите, видите, ребята, они светятся хорошо. Ну что, ребят, с вами был блогер Герман. Подписывайтесь на мой канал, жмите лайки и всем пока.